Данное видео сделано при поддержке паблика G-Team. Подписывайтесь, мы вас ждем. И всем привет, дорогие подписчики, с вами снова я, Купер, и это уже 19-я часть наших магических похождений в Майнкрафте. Прошлая часть набрала 6 лайков, как я и просил, что значит то, что я записываю эту серию. Итак, начнем, пожалуй, с деревни. Дело в том, что заапгрейдились последние два дома, сейчас апгрейдится последний. Я, кстати, не знаю, где он посредится, Сингер Джо, это Восток. Восток, я не помню, где Восток. На карте. Вроде Норф. Вот, строится у нас новый... Вот он, вроде. Этот дом строит. Нет, его. Вот этот дом. Его и строят. Извиняюсь за лаги. Ну да, тут нечего искать. Итак, давайте убьем этого скорпиона сначала, потому что он уже задолбал тут стоять. Я думал, они посильнее будут, а они слабенькие. Так. Кстати, из этой чешуи что-то можно делать? Щитым. Нет. Ну, это типа кожа скорпиона или типа того. Так, давайте оденем назад нашу кепку. Ну, окей. Так, овца. Чем я планирую вообще в этой серии заняться? Да, в принципе, я хотел бы сейчас пойти в ад и начать жесткий майнинг. Чем я, наверное, сейчас и займусь. Кстати, в аду надо создать портал домой. Сейчас, секунды. Все, извиняюсь за звуки громкие. Не хотел. Итак, погнали. Итак, вот мы в аду. В общем-то... И зачем? Ну, а затем, чтобы поискать тут что-нибудь интересное. Блоки тлеющей травы. Это, кстати, магма, наверное, из нового Майнкрафта. Работает по абсолютно такой же технике. Вот о чем я и говорил. Кстати, я сейчас почему-то играю на мирном. Надо поставить легкие, чтобы хоть какие-то враги были. Кейс мне не нужен. А топор я, пожалуй, возьму. Не, это, конечно, пипец тут передвигаться. Всегда не любил эти блоки. Ну да. Так. Так, ой, извиняюсь, отвлекся немного. Вот, наконец-то мы ушли с этих блоков. И так. Я вижу там руду красную, вроде это Netherrack. Вот такой вот. А, нет, вон он. Такой вот. Да. Его надо собрать, пожалуй. Отлично, один. Два. Под себя лучше не копать, но... Но я не думаю, что там прям подо мной бы была лава. Пляшем дальше. Потому что... А, ну да. Там кераса как раз и... А, нет, нет. Там кераса это другое. Я не знаю, надо ли собирать такие. Я на всякий случай буду. Потому что... Вроде она делает либо портал, либо призывалку босса, которого мы, может быть, убьем. Блин. Нет, спасибо.
Да уж, нет, спасибо. Ой, блин. Как так можно-то, а? Давайте посмотрим, что там. Вижу, тут мобы какие-то рядом, враждебные. Надо немножко назад отойти, потому что там лава может быть. Но я уже вижу, что какой-то проход там. Этот, вот, да-да-да, вот, кстати. Интересно, я здесь не был. Да и в принципе... Он закрытый какой-то, типа. Сюда фиг проберешься. Ой. Ауч. Нетерит. Так. Блять, одно хп. Давайте я сейчас по-быстрому мирную поставлю, чтобы хп подхилить. Я все равно умереть надо, блин. Суицид, парня. Итак, секунду дайте, я хочу посмотреть, как первого босса сделать. Но я решил попробовать расплавить Назарит, так как мне нужны слитки, как вы понимаете. А я хз... Да, вот именно, вот такие вот слитки мне сейчас нужны, потому что я знаю, как сделать первого босса. Для этого нам понадобится больше Назарита. Итак, Назарит. Больше Назарита. Есть Назарит? Нет, 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 нет. Хорошо, тогда поставим плавиться пока этот Назарит весь. И пойдем за Назаритом в ад. Потом нам надо еще отправиться в край. Ох, как же я это место не люблю, но придется. Там надо убить смотрителя края. Края, чтобы получить... Ну, вы поняли. А что это за печь, кстати? Ой. Ля. Углекаменная печь. А, ну это что, она типа бесконечная, что ли? Прикола не понял, ну ладно. Ну плавься тогда. Итак, в край. Как нам отправиться в край? В край нам отправиться очень легко. Портал в край и... Заебись. Мы в краю. Смотрите, сколько смертей замечательных. Отлично, да? Вот, а вот о них я и говорю, кстати, да? Давай, запусти. Знаете, что нам надо? А, блин. Подождите. Я сейчас вернусь. В смысле, лол? Так, я тут. Я немножко обновил свой инвентарь в креативе. Да. Добавил стрел. Потому что, как я понимаю, этих дебилов я никогда не убью без них. Да и с ними мне как-то очень сложно. Ах, блин. Опа. Да уж. Я надеюсь, что это хотя бы смотрители края, а не что-нибудь другое. Портал в ад. Взад. Да хватит чешуйницы, ёбаны. О, блин. Опа! Чё это такое? Дайте-ка. Да сука. Ну и что мне делать?
Ладно, вернусь. Поставлю на паузу и вернусь. Итак, я тут. Спустя несколько убитых этих дебилов, я понял то, что их вообще не надо убивать. Оказалось, нужно убивать маленьких тварей, которые... Ну, маленькие, короче. И из них выпадает смотрящее око, которое я наконец-то получил. Теперь меня домой, пожалуйста. Да, блядь, титры нет. Так. Отлично. Ох, голод. Жареная курочка. А чё? Стоп. На голод не восстановила курица. До сих пор. Так, два слитка получается у нас есть. Нам надо сейчас еще один. Чтобы скрафтить. Сейчас я вам даже скажу, что. Вообще можно было сделать один меч крутой. На... Сколько урона? Да, урон фиговый у него. Так что он нам не нужен. Да. Тут вы пока смотрите, как готовится, а я пока погуглю, как... Как тут это вообще делать. Я хочу призвать босса. Одного интересного. Нет, расплавленный камень это не то, что мы ищем. Мы ищем поврежденный камень. Кстати, наверное, все уже, да? Отлично, пауза. Итак, короче, для того, чтобы это сделать, нам понадобится порабощенный каратель. Это моб такой сильный, довольно сильный. И которого я фиг убью. Вот в чем проблема. 8 здоровья. Считается самым сильным мобом. Вообще, на земле. Итак, делаем... Назаритовый слиток. Скрещиваем его с... Вроде нужен теневой осколок. О! О, есть такой, нифига. Да, вот скрещиваем с ним. Стоп. А, все. Скрещиваем его и его, получаем адский слиток. Стоп, у меня такие были, что ли? А, нет, не было. Спрячем пока адский слиток в сундук. Ой. Итак, дальше. Осталась последняя миссия. Пойти в ад и убивать адских пауков. Что, кстати, вообще нам не на руку, но придется. Не знаю, ставить паузу, ведь это абсолютно неинтересно. Эх. На воду. Тут корова. Без понятия, что она тут делает, но пусть. Включаем легкий уровень сложности и ищем этих долбанных пауков. Вон они, кстати. Да, интересное занятие. Мне в жизни просто делать нечего. Вот поэтому я их... Вот что из них должно выпадать. Он враждебный? Ладно, конь, иди в жопу. Бам. 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 Да чё ж ты? Бам. Сызугаста, кстати, поднять надо. Спасибо мне за кейсы. Кейсы мне нафиг сейчас не нужны. Иди сюда, паук. Иди сюда. Ой, да ну, а. Чё, что такое, а? Иди сюда. Ёпт. Чё он делает? Сука. Отлично. Сколько у нас этих... Три.
Да уж. Неплохо живем. Сука, лошадь. Конь ёбаный. Надо кейса выбросить. Нахрен. Итак, тогда я поставлю на паузу. Я даже быструю перемотку делать не буду. Мне тупо лень. Вернусь, когда у меня будет достаточно этих. В общем-то, все. Для вас это было 1 секунда, для меня это было где-то минут 20. Как-то так. Стрелы кончились. Херово. О, блядь, ебаный хеллспайдер. Опять эти. Ну, как минимум, я добыл. Я надеюсь, мне хватит на 3 блока. Не на 3 блока, а на 3 кристалла. Вот. Раз. Два. Три. Отлично. Итак, чтобы скрафтить на этого босса, нам понадобится вот это. Давайте тут скрафтим. Так, вот это. Вот это. И вот это. Да, походу на этом верстаке я фиг что скрафчу. Я не знаю, где призывать этого босса и убивать в этой части, я его не буду. Сейчас. Короче, я понял свою ошибку, и надо было класть красные камни. Боже мой, как я так лоханулся-то, а? Итак, призыв смотрителя. Это фиговая штука, ее, во-первых, надо делать в аду. Но в этой части я не буду это делать, поэтому 6 лайков, и я убиваю этого босса. Ну да. Всем удачи, всем пока. И в G-Team подписываемся. Бай.